Всем привет! Ваше настроение, несмотря на январь, Кубка Англии. И к этом этапе на Стэмфорд-Бридж начинает по наградному листу. Челси давно уже обогнал Ноттингем Форест, но если брать равный Челси, Ноттингем Форест, двукратный обладатель Кубка Ноттингем Форест. Самое любопытное, что Ноттингем стал 1-0 второй раз у Гамбурга с таким же счетом. И вроде выступала, но с такими перерывами. Это всего лишь день. Команда занимает 7-е место чемпионов. Итак, составы. Начнем с хозяев поля, футболистов лондонского. Итак, на Матч ТВ 103 Челси начинает защиту своего титула, бомбардиров этого клуба. Но сегодня его всты по возрасту 150 вывести в элиту Ноттингем. Но сейчас кубок, кубок. Первый номер Пантелеймон, Костель Пантелеймон, вы его прекрасно знаете, он выступал за Дидиура, игрок сборной Алжира. И четверка в атаке под нападающим, 10-й португалец, футболист, который в этом сезоне является лучшим бомбардиром ударом. Стил на месте! И дальше скажу, что сейчас уже в чемпионшипе прошло 26 и вот 24 отыгров. Вы знаете, две команды выходят напрямую. Сейчас Лидс лидирует. Но именно у Лидса. Сейчас опасная атака. Эмерсон пробивался с Саутгемптоном 0-0. Итак, подача в штрафную. Прыжок там высоковато, конечно. Пока-пока в атаке. Это был как раз вот тот самый валиц, 18-летний 40-летний. Атака Ноттингема. Дарил Мерфи. Не первый угол. Не рад, что возраст дает о себе знать в чемпионшипе. Дальше на Хадсона Одоя. Но Хадсон Одой правый защитник, могущий играть и в атаку, могущий играть. И какие ребята вместе с ним играли. А он, кстати, был основным тогда в той сборной Аргентины. Разрешалось делать до уже закрытия трансферного окна. Вот опасный момент. И снова Люк Стил, когда еще момент, но здесь нарушение правил. Барсли выбил в 1/8 финала Ливерпуль, причем выбил на Энфилде. В мяча он, скорее всего, будет бить. Хорошая точка. Нет, Лофтус-Чик. Да, ворот. Выше ворот. При нем великолепный. Тормозил и уже на 10 очков его опережают. Ливерпуль первый, манчестер-футболист, он является воспитанником, вернее, так скажем, выпускник. Ну а пока атакует, ведь относительно, вот момент, Росс Баркли, еще момент, удар воротом, и снова! Защитник великолепно читает игру, то почему нет, он Гарри Невилл же играл в центре обороны, как свою команду после удара Хадсона Одоя. Подача! Удар! Еще удар! Отбились! Джа! Во вратарской Ноттингема. Ноттингем команда жесткая. Никого. Сражаются до последнего. Слишком высоко. Кубок европейских чемпионов. Брайан Клав. Он и дерби. И дерби делал чемпиона. Может быть, сейчас рикошет. Просто редко попадает в стартовый. А Давида Луиса. Луис сильно в переднюю линию выходит. Стил промахивается мимо мяча. Хадсон Одой. Вот момент. Росс Баркли будет бить. Удар воротом. Ну, это зря. Фиг. Поскользнулся. Хотя дождя нет. Там жестко было. Сыграет на правах аренды из Порту. Подача. Сброс. Пас назад на вот такие уловки. Хадсон Одой. Подача. Отбивает. Раз передача на Мурата. Марата в штрафной площади пытается пробить. Пробил. Представляете, какой был отбор. Но школу прошел он прекрасно. Итак, подача в штрафную. Удар. Нет, Марате пробить не дадут. Как сыграть за сборную Родины. Мамы, вот момент. Лофтус-Чик. Браво!
уверенно пробил Фабригас. Вот сделал это АПЛ против Ноттингема. 7-го 2008-го Барнсли, который бьет Марата рядом с ним. Фабригас, передача назад, а то, что удар и силы и стил отбивает мяч на угловой. Посмотрите, бабахнул, причем Ноттингема, Гиди, ура, удар поворотом, вот, пожалуйста, он только не играл. О, и во Франции, в Бельгии, а в Англию он переехал как раз, нет, просто-напросто здесь, видимо, дело в травме, но замена. Осборн с мячом, Осборн и Ампаду. Итак, подача в штрафную, отбивает старейшего клубного турнира в мире. 138-й розыгрыш. Они Челси, хозяева поля, естественно, ждет победу. Сезон 97-98 годов в январе. Ну а Уэльса уже провел 6 матчей за сборную Уэльса. И вот момент мог бы быть, но Марата ходил в Индии в позапрошлом году. 29-й Альваро. Хадсон-Одой уже на правом фланге против Джанко. Прострельная передача, удар и гол! Гол! И счет открыл мяч в сетку. Посмотрите, не успевает. 2 сезона подряд Челси выходил в финал. Один проиграл Арсеналу, 1-2. Но все-таки Конте перед уходом сумел выиграть трофей. 1-2, но все-таки Конте перед уходом сумел выиграть трофей. Я вижу Карвальо, но... На фланге подача, удар воротом, хороший был момент, ударило. То это был, это Кристенсен. А вот смотрите, можно было уйти. Конере играл за сборную Великобритании. Мяч пыром бил Хадсон. Удой, вот момент, ой-ой-ой-ой-ой. 5-й, 6-й, 7-й дивизионы, подача в штрафную, удар воротом. И... дубль итальянца. Испанца, простите. Давайте посмотрим еще раз. Хадсон-Одой с мячом. И вновь он делает голевую подбою. Еще одна простыльная передача. Карвальо. Разворачивается. Дариква с мячом. Простыльная передача. Удар. И мяч проходит на атаке. Давайте еще раз посмотрим. Вот за этой комбинацией Лоли обыгрался с партнером. Сам пошел вперед и пробил. Футболисты Ноттингема. Удар поворотом. Это Билл Нафи. В прошлом розыгрыше 4-2. И в дубль в матче 11-го тура 4 ноября. Тогда Челси выиграл со счетом 3-1 у Кристал Пэлас. Челси, Азар, Баркли, Азар, Фабригас. Удар поворотом. Какой удар. Перевод на фланг. Лоли. Удар поворотом. Но там Розыгрыш. Как-то Марсело Бьельса играет. Но вот если у кого есть возможность, посмотрите матч. Это выходит, бросает Сари свои мощные силы. Марат с Каранкой, со своим сатиром на посту главного тренера. Но это чемпионат. Ну а пока сражается там. По Косту тут свободная зона от Зепа Коста. Кто бить-то будет? Удар! Браво! И Челси то трижды. Сейчас я расскажу чуть позже. Пока-пока в атаке. Это был как раз вот тот самый валиц, 18-летний 40-летний. Ноттингема. Дарил Мёрфи. Не первый угловой раз, что возраст дает о себе знать в чемпионшипе. Дальше на Хадсона-Одоя. Но Хадсон-Одой правый защитник, могущий играть и в атаку, могущий играть. И какие ребята вместе с ним играли. А он, кстати, был основным тогда в той сборной Аргентины. Разрешалось сделать до уже закрытия трансферного окна. Вот опасный момент. И снова Люк Стил, когда еще момент, но здесь нарушение правил. Барсли выбил в 1/8 финала Ливерпуль, причем выбил на Энфилде. В мяча он, скорее всего, будет бить. Хорошая точка. Нет, Лофтус-Чик. Удар ворот. Выше ворот. При нем великолепный. Тормозил и уже на 10 очков его опережает. Ливерпуль первый, манчестер футболист, он является воспитанником
вернее, так скажем, выпускник. Ну а пока атакует.